В послании народу Казахстана глава государства отметил, что проект партии «Аманат» «Общество без долгов» за короткое время показал свою эффективность. Именно поэтому было принято решение расширить его масштабы. Партийный проект стартовал в Актюбинском регионе в мае этого года и продлится до 30 ноября. На сегодняшний день курсы финансовой грамотности уже прошли во всех районах нашей области с охватом почти 7,5 тысяч человек. Проект «Общество без долгов» реализуется в 8 регионах страны с охватом 60 тысяч жителей – Актюбинской, Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атрауской и Мангистауской областей. План у нас был 8 тысяч человек обучить. На сегодня мы обучили 7318 человек финансовой грамотности. Из них это в основном участники являются женщины, многодетные семьи, из них 16%. Также хочу отметить, что из общей аудитории 69% – это те люди, у которых есть кредиты сейчас. В ходе 5-дневной лекции слушатели получат информацию о том, как накопить семейные средства, выбрать депозит и открыть его, а также о том, в какой банк обратиться за кредитом. Кроме того, они знакомятся с данными, касающимися банкротства физических лиц, узнают о способах предупреждения мошенничества и повышения доходов. Вопросы решаются при помощи самого финансового эксперта, то есть нас самих. Если есть конкретные юридические вопросы, где есть необходимость вмешательства юриста, у нас в проекте свой юрист, который дальнейшую работу проводят с ними уже юристы. Обратную связь каким мы образом получаем? Вот если вы зайдете на наши странички, есть очень много положительных отзывов от тех слушателей. Конечно, мы это видим как результат нашей работы. Во время обучения желающие могут получить индивидуальные консультации. За это время более 2250 финансовых экспертов провели лекции в рамках проекта. Кроме того, 250 участникам была оказана помощь в составлении семейного бюджета и оптимизации расходов. Динара Абдуалиева, Самат Каликенов, телеканал «Актобе».